У меня в руках бумажная мишень. Здесь, как видите, попадание в десяточку с 20 метров. И сделала это дама 60 лет, участница областной спартакиады пенсионеров, которая прошла на базе БГТУ имени Шухова. В пулевой стрельбе, плавании, легкой атлетике, настольном теннисе соревновались более 170 спортсменов почтенного возраста. Сейчас кадры, как это было. А покажем репортаж вечером об участниках спартакиады более подробно.